А вот наш прекрасный город на карантине, набережная. Дон сегодня разлился, ветер, низовка дует. Сейчас посмотрим, что там подтопило, нет. Пустынная набережная. Кто, конечно, не местный, не знает, может, но Дон намного ниже, нежели сейчас. Да, и волна. Так, конечно, не видно и не понять. Сейчас еще найдем, где место, где поснимать, чтобы вам показать. Ну вот, ребята, мы доехали. Парк Левобережный закрыт был. И здесь напротив ковша ростовского наблюдаем вот такую картину. Камыши вон видите, где вдалеке. И вода вот сюда аж подошла. Раньше здесь отдыхали люди. Вот. Ну, вода сойдет так же, будут отдыхать. Ну, сейчас пойду еще вам покажу с другого места. Ну вот, ребятки, такая ситуация. Дон наш смывает мусор с берегов. Деревья в воде стоят. Водичка разлилась. Красота. Давно это хотел заснять. Красотища. Красотища. И уточки плавают. Плохо, конечно, их видно. Вот такая вот бывает у нас красота на Дону.